Мои дорогие, привет, 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 мои хорошие. Давайте вместе разбирать мои покупки. Буду смотреть, показывать, рассказывать и будем вместе рассуждать. После работы зашла в Fix Price. Думаете, зачем? Ну, естественно, я об этом даже не вспомнила. Я это вышла из магазина без этого. Я зашла за масленкой. За масленкой. В итоге масленку не купила и чек на 1629 рублей. Я, как обычно, остановилась перед кассой, переложила все из корзины, пересмотрела, я ничего не убрала. Я думаю, мало ли, может быть, в вагоне положила чего-то лишнего. Нет, ничего лишнего не положила. Мне все нужно. Так, показываю и рассказываю. Зубная паста Сплат Ультракомплекс. Так, зубная паста Сенс-1. Взяла две малышки, вот это вот за 55, вот это вот за 99. Сенс-1 всегда дороже. В общем, в последнее время не хочу покупать большие тюбики паст. Вот этот маленький тюбик, представляете, как он хорошо входит в стакашек с пастой. Такой маленький тюбик можно, если ты положить в сумку. Очень удобно. Очень удобно. Ну, конечно же, для семейных людей это невыгодно и не, как сказать, ну, мало. Для вас мало маленькая паста, а для меня сама то. Так, зубная паста. Впереди лето, открытая обувь. И я думаю, что будут мозоли. Да по-любому. Ликопластырь, купила мультипласт сильной фиксации. Трехкомпонентная бактерицидная пропитка. Подушечка, надежная фиксация с атравматической подушечкой. Дышащий, телесный, короче, ликопластырь. О боже, я увидела эту кильку в томатном соусе, и я пропала. У меня прям, знаете, так вот остро вспомнился вкус детства, когда я в детстве у папы на коленях ела жареную картошку с этой килькой. Я прям вспомнила. Я думаю, просто я 100 лет не ела кильки в томатном соусе. Тем более она стоит там, ну, какие-то сущие копейки там. Сейчас скажу, сколько стоит. Так. Арахисовая паста за 55, ликопластырь телесный 55. Ой, ликопластырь, подождите. А, да, ликопластырь 55, зубная паста Сенс-1 99. Так. А что я хотела посмотреть-то? Что это такое? Это даже... так, зубная паста. Что я положила-то? Килька. Пакет. Так, где меня ванна? Сейчас, почем же килька, интересно? Мне кажется, так, я вообще ее не вижу. Килька в томатном соусе 25,50. Представляете, вот эта вот баночка 25,50. Жри не хочу. Ха-ха-ха. Так, арахисовая паста 55 рублей. Вы посмотрите, какую я купила роскошную бутылку. Это штоф. Ну, тут написано графин, очень плотная фиксация. В общем, я, скорее всего, буду хранить здесь растительное масло. Вот этот вот графин, так. Блин, столько позиций, так все сразу не усмотришь. Господи, где это все? Штоф, я правильно сказала, 55 рублей. Вы представляете, какая роскошная вещица. 55 рублей, еще фиг 2 такая. Короче, классная. Купила сок вот с этой сладкой грушей. Она очень вкусная. Сады Придонья. Я раньше покупала сок регулярно в Фикс Прайсе, но брала овощной. Вот именно вот этой вот марки Сады Придонья. Там был сельдерей, там была свекла, там была морковь. И это было такое безумно вкусное сочетание. Ну, вот эта груша тоже неплохая. Так, рассказываю и показываю дальше. 99 рублей. Конфеты Тофи-Фи 99 рублей. В магазинах 150. 150 по акции. 99. Посмотрите, какие милые конфетки. Короче. Ватные диски Котте за 55 рублей. Здесь 160 штук. Там, короче, какая-то хрень еще сейчас появились. Ватные такие подушечки с ладонь прямоугольного такого формата. Тоже типа ватные диски. Так я вот подумала, если вот такую вот подушечку намочить, допустим, тоником, туда половина бутылки уйдет тоника. Если честно, мне вот, чтобы протереть лицо, шейку и за ушками, мне хватает одного диска. То есть это очень экономичный расход.
А если вот такая вот подушечка, ну, кто ходит в фикс прайс, понимает, вот, такой, вот такие вот прям вот, там марка Клинер как-то, как-то вот такая какая-то такая марка. Клинер, Клинер, как-то вот такие вот. Наверняка вы видели новинку в фикс прайсе. Блять, короче, это нахуй надо, вот. За 160 штук за 55 рублей. Экономика должна быть экономной. О боже, трубочки. Я дожила до того, что у меня дома ни одной трубочки для коктейля нет. Сейчас у меня их целых 140 штук. Трубочка коктейльная пати. Ну, блять, у меня дома же регулярно пати. Ну так вот. Пати. Ага. Вот такие вот свечи с днем рождения. Здесь 13 элементов по количеству букв в этих трех словах. С днем рождения. Это 13 букв. Короче, вот такие вот свечи. Мой день рождения в сентябре. Но наверняка я пойду к кому-то и приду уже с готовыми свечками. Это будет так мило. А вообще у меня, если честно, день рождения у моего друга скоро. Если честно, я бы хотела к нему приехать утром с тортиком. Так что в ближайшие дни эфира утром не будет. Я поеду, правда. Я поеду поздравлять моего друга Вовку, который предложил мне выйти за него замуж. Так, мочалка. Мочалка вот такого красивого, такого роскошного цвета, сухой розы. Знаете, это за 55, я вот так думаю, или 51. Так, так, мочалка из нейлона, 51 рубль. 51 рубль, прекрасная цена. У меня была такая, несколько раз была вот такая мочалка. Я ее выбросила. Ну, естественно, они там в негодность приходят. Перед использованием, естественно, я ее помою. Так, продолжаем дальше. Купила расческу за 99 рублей одна штука. Хорошее качество. Волосюшки-то ведь у меня длинные. Достаточно мягкая, но одновременно достаточно жесткая. Пластик хороший, нигде нет никаких ни зазубрин, ничего. 99 рублей. Постороннего запаха не имеет. Короче, очень такая хорошая вещица. Интерьер ванной комнаты не испортит. Потом, чтобы вы не сомневались, что я настоящая женщина, я купила себе средства для интимной гигиены. Мое закончилось, это с дозатором, что очень облегчает, конечно же, использование. Мое предыдущее было, вот так нужно было переливать, как знаете, как сказать, вот так нужно было наливать, брать его в руки и наливать. Здесь оно стоит плотно, раз-раз-раз, умылись, подмылись, все удобно. Так, вот такое вот средство купила. Господи, я вспомнила, у меня там где-то мороженое. Я сейчас, оно не растает, пока я здесь ля-ля-ля-ля-ля-ля. Купила рамочку для фотографий. Она легкая, сделана хорошо. Пластик мягкий, она в пленке. Возможно, эту рамочку я подарю маленькой девочке, одной противной, вредной. Возможно, оставлю себе. А может быть, у меня с мамой фотографии ни одной нет. Может быть, я с мамой фотографию поставлю. Ну, не знаю. Короче, посмотрю. Она бы мне идеально подошла на подоконник. А может быть, на балкон поставить. Там как раз белые подоконники. Я подумаю. Может быть, подарю ее одной маленькой вредной девчушке. Короче, купила вот такие вот леденцы Зула. Это за 55 рублей. Это предкассовая зона. О, боже мой, о, боже мой. Не купила. Представляете, совершенно одноразовые пакеты. То есть не для повторного использования. Наверное, я думаю, что это какой-то разлагающийся пластик вот в этих пакетах. Потому что они нарочношные, чуть-чуть живые. Его сразу же на выброс. Так, ободок. Ободок для волос. Ну-ка. Ну-ка. Так. О, посмотрите, да, какой красивый? Да, конечно, красивый. А я какая красивая. Я. Так, ободочек. Купила губки для мытья посуды. Я одну из последних взяла. Мне, думаю, одна осталась. Короче, Black Star. Вот такие вот губки. Сразу же нужно положить. Буду ей пользоваться. Так, купила вот такие вот плечики в комплекте 4 штуки за 77 рублей за... Ну, короче, 77 рублей вот за эти 4. Платья будут... Не будут скатываться. Видите, никакие бархатные, обтянутые. Короче, у меня таких плечиков никогда не было.
Купила плечики. Да ёб твою мать, а! А, вот, 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 вот. Дико вкусное мороженое, оно не настоящее, это не ГОСТовский пломбир, но оно очень вкусное. Запоминайте, жемчужина России, миндаль с карамельным соусом. Если вы купите, с каким соусом? Да, с карамельным соусом. Если вы купите, вы не пожалеете, это ум отъешь, это очень вкусно. Это очень вкусно, подожди, сейчас, я прямо сейчас уберу его в холодильник. В морозилку, вернее. Я забыла стоимость. Так, так, мороженое «Жемчужная России» 25,50 за одну штучку. На 51 рубль эти вот два мороженых. Короче, оно точно вкусно. Оно точно вкусно, но оно не натуральное. Смотрите, какая роскошь. Наконец-то я купила себе вот такие вот креманки, которые подходят под мою основную посуду. Белые. Тоже это стеклопластик, это фирма Kitchen, импортер, город Химки, производитель Guan Yout Road, чё, блядь, ну, короче, Китай, опаловое стекло, вот как называется, дата изготовления 10 месяц 2019 года, срок годности не ограничен. Я вообще, если честно, я так рада, когда, вот я их так обрадовалась, когда я их увидела. Все, кто меня смотрит регулярно, знают, что последнее время я пользовалась вот этими креманками. Но это обыкновенные пластиковые. Я их, короче, в самолете натырила. В самолете, когда мы летели из Таиланда. Сейчас я буду, ну, допустим, вот такая вот красивая соусница. Это обалденно смотрится. Стекляшечки обалденно. Представляете, так сесть ужинать и так имбирь положить горкой. Либо соевый соус налить, майонезик к пельмешкам, да все что угодно. Да может быть я вот так вот буду чай сюда налью и вот так вот буду припевать. Кто знает, насколько у меня фантазии хватит. Так, решила в этот раз не воровать пакеты. Обычно вот эти вот мешочки, я их ворую, короче, в магните. Но здесь решила купить. Я не знаю, сколько это стоит, во сколько это мне все обошлось. Так, 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 это что это такое? Пакет. А, пакет майка, две штуки по 4 рубля. А, вот этот вот никчемный пакет стоит 2 рубля. Ну, ладно хоть. Так, деликатный гель для интимной гигиены 77 рублей. Вешалки бархатные 77. Ободок для волос 51. Вот такой вот 51. Леденцы Зула 55. Свечи праздничные с днем рождения 55. Фоторамка 55. Расческа 99. Мочалка из нейлона 51. Трубочка коктейльная 55. Котты ватные диски 55, конфеты Тофифи 99, сок Сады Придонья 55, штоф 55, набор губок 51, арахисовая паста 55, зубная паста Сплат 55, лейкопластырь телесный 55. Блять, вот так вот все вроде бы копеечка, копеечки, да, и вышло 1600. Арахисовая паста 55, лейкопластырь телесный 55, зубная паста Сенсодин 99. Ага, так. Смотрите, следующая покупка – крем для рук. Крем для рук с козьим молоком. Если честно, мне его моя подружка из Красноярска прорекламировала. Она говорит, Инка, говорит, я зашла вообще удивлена хорошему качеству. Индра первая, она мне его прорекламировала. Она говорит, не оставляет липких следов. Я до этого брала другого плана крем, но тоже была им довольна. Вот это вот, вот такой крем. Ну, правда, если честно, прежде чем брать вот такую вот вещь, если открыто, я всегда в магазине возьму. И приятно пахнет. Кстати, приятно пахнет вот такой вот крем. Запоминайте. Идеальное средство для ухода за нежной кожей рук. Все про меня, за нежной кожей рук. Витамины А, Б, С и Е. ЕБЦ, блядь. Кальций, магний, калий, минералы, содержащиеся в козьем молоке. Глубоко питает кожу, стимулирует процессы обмена веществ. Незаменимые жирные кислоты имеют уникальный pH, очень близкий к коже человека. Не липкий, кстати, хороший. Я в кремах для рук понимаю. Вот так вот, чтобы ручки целовать, чтобы мужчине хотелось целовать ваши руки, нужно, чтобы они были мягонькие, очень приятные. У меня вообще как подушечки.
благодаря чему крем отлично впитывается, проникает глубоко в эпителий. Комплекс масел каритея кокоса смягчает кожу, делает ее упругой и эластичной. При регулярном применении кожа рук нежная, бархатистая и гладкая. Наносите крем массажными движениями на кисти рук, ногти в несколько раз в день, по мере необходимости, в том числе после каждого мытья. Еще, а еще способ применения для крема для рук написали. Ну, это вообще пиздец. А то мы не разберемся, как им пользоваться. А, так, а вот пакеты для хранения. Нашла это в чеке 51 рубль. Господи, господи, господи. Так, купила маску для волос. Вот такой вот серии. Густое масло для волос, перцовое. Стимулирует рост волос с эффектом мезотерапии, с можжевельником и комплексом витаминов. У меня вот такой серии есть маска для лица глиняная. Кстати, я приятно удивлена качеством. Очень бюджетная цена, Фитокосметикс. Короче, вот эта вот маска, значит, 50 с чем-то. А масло для волос 55. Может, тут даже написано? 55. Вот я вижу в чеке. 55 рублей. Ой. Сейчас пойду все раскладывать. А, вот я модница-сковородница. Купила себе заколки. Так, долой ободок. Видите, а вот такой вот красивый ободок. Утром вот так вот собрать волосики, пойти варить кофе. Посмотрите, какой. Уже как будто бы на волосах, как будто бы украшение. Ну, правда, здоровски. А вот такие вот, короче, два крокодильчика. Два крокодильчика. Вот видите? Сейчас. Сейчас, короче, сделаю себе прическу. Сука, поди одноразовые. Ну-ка. Ну-ка. О, щелбан себе поставила. О! Видал? Так. Угу. Вот такое. Вот так. Ну-ка, так я буду продолжать. Так, вот такая заколочка. Чулку хоть свою прищеплять. А, так, и еще вот точно. И еще вот точно такого же плана. Сейчас. Вторая. Тоже крокодильчик. Ну, конечно же, на эту сторону я не буду так, блядь, как Марфуша ходить. Ну, короче, такого плана. Фу. Не такие красивые. Такая, да? Такая прям девчачья, такая красивая. Так, ну и естественно, сустаточку. Сустаточку, чтобы просто было. Купила две баночки пива Факс. Я так скучаю вот за этим пивом. Я его давно очень не пила. Когда я вижу пиво Факс, мне вспоминается город Сочи, когда я отдыхала летом 2018 года. Да? 2018? Да, летом 2018. Я просто... Возле моей гостиницы был магазин «Магнит». Я чуть выше поднималась в «Магнит», покупала пиво охлажденное, вот такое, оно было по акции за 39,90, и шла, плюхала на пляж к центральному входу, «Ривьера», ходила, гуляла. И, короче, здесь пиво 51 рубль, пиво «Факс премиум» 51 рубль. В общем, мои дорогие, это все покупки. Я тряханула 1629 рублей, за что ни про что, вот, вот что я купила. Хотя, вот смотрите, губки нужны? Нужны. Сок не помешает? Не помешает. Пиво? Пиво это вообще не обсуждается. Вот такие вот штуки нужны? Блять, еще этот мешочек от заколок. Вот такие вот штуки нужны. Ободок хороший за 50. Ну как не взять? А вот такую заколочку. Ну вот, блять, уже ободок уже в раковине. Смотрите, крем для рук. Ну как? Вот как не взять? Вы мне просто скажите. Я вообще в шоке просто над этим фикс-прайсом. Они, суки, что творят с людьми? Вот такая вот бутылка за 50. Мочалка, зубная паста, рамочка для... Красивая рамочка, хоть и легонькая такая, но пускай будет. Свечи с днем рождения, ну это вообще, ну такая милота. Трубочки, трубочки коктейльные, ватные диски. В магазинах вот такую попробуй, купи за 55 рублей, здесь 160 штук.
Никакой акции не нужно. Заходи и бери. Мыло для интимной гигиены. Пойди купи в торговой сети вот такой вот за 77. Арахисовая паста. Ну, такую не ела, но вообще-то я ее люблю. Ну, конечно же, килька. Килька в томатном соусе. Расскажу, покажу, возможно, даже. Плечики. Я все купила нужное. Вы понимаете, я не купила ничего, что мне не нужно. Я же говорю, я перед кассой я перебирала. Перебирала, и мне все нужно. В итоге 1629. За что? Да вот за это. Надо ли мне это? Ну, конечно же, я могла без этого обойтись. Но моя жизнь была бы не так весела. Я столько набрала милых сердцу вещей, поэтому ни за что не откажусь. Сука, блядь, они меня опять обдурили на 1629. Могла не заходить, деньги были бы целы. Ну все. Учитесь экономить, учитесь жить по средствам, мои дорогие. Не покупайте ненужное. Перебирайте все то, что вы выбрали в корзине, перебирайте перед кассой. Посмотрите, нужно ли вам это вообще. В итоге маленькие суммы, вот так вот 50, 50, 70, 90, в итоге выходят в 1000. Все, мои дорогие, люблю, целую, обнимаю, ваша Инна.